на первый пик. Так что какой-то конкретной цели в твоем бане здесь вот ее быть не может. Очень много вариантов уже было предложено командой LGD. То есть они реально брали на первый пик дровку, брали спектру. И кого банить, дровку непонятно. Дровку в бане, дровку. Да, бане. Дровку все-таки убрали. Но я не удивлюсь абсолютно, если они сейчас спектру заберут, ко всему прочему. Я просто не удивлюсь. Возможно, они решили, что в принципе работает так, что ты берешь кого-то героя, открываешь кора, позицию 1 или позицию 2, вокруг него строишь стратегию и частично отталкиваясь от того, что пикает противник. Угу. То есть, грубо говоря, ты можешь взять дровку, да, и построить драфт вокруг нее. Либо взять спектру и опять же построить драфт вокруг нее. Потому что, ну, если про дровку мы не можем сказать, что это герой полууниверсальный, но вот спектра, да. То есть, по большому счету, единственная проблема спектра — это только лейнинг. А дальше она может себя найти и помогать тиммейтам с Тини. Помогать тиммейтам с ультой и фармить себе где-то спокойненько. И, ну, в конечном счете, спектра — один из самых, если не самый сильный кор-персонаж выйти. Смотри, оставили Вивера для Fnatic. Я думаю, можно, да, будут забирать с Вивером сейчас разыграть. Могут Винга Вивер. Винга Вивер, да, дабл пик, который мы стандартно видели от Fnatic тоже. Сегодня, кстати, против OG мы такой драфт наблюдали. Именно такое открытие Винга плюс Вивер. Рабочая абсолютно комбинация. Да, верно. Но мне, правда, больше нравится эта победная тактика Винга плюс Вивер. О, Винга плюс Вивер, да, все верно. Да, Вивер появляется. Думаю, вслед за ним и Вингу заберут. Ну, еще есть такой вариант, как Dark Willow, тоже всегда этот вариант присутствует у Fnatic, если не хотят, конечно, чтобы она в бане вдруг оказалась, потому что могут PSG подбанить, учитывая, какой результат показал DJ, но я думаю, лучше следовать стандартным тактикам, что и делают Fnatic. Вивер, Венга, дабл пик. Что обычно у нас к Тине могут добрать? Да любого, я думаю, саппорта пятой позиции PSG могут открыть сейчас. Они любят играть с Бэйном, нам об этом известно. Бэйн уже является не худшим вариантом в нынешнем драфте. Они играли с Фениксом, но я думаю, что противера не особо туда не особо хочется. Шейкера они любят, кстати. Можно Шейкера забирать. Это тоже вариант. Именно есть такие герои, которые часто появляются. Сайленсер еще есть. Да, Леоном они играли на пятерочке. Ну, в общем, вариантов не так-то на самом деле и много. Берут Сайленсера. Да. Ну, мы обсуждали, что вот конкретно по урону, конечно, тяжеловато Сайленсеру против Вивера Винги играть. Они бьют его больно, быстро. Но в плане глобала в любой ситуации ты можешь Вивера просто подловить под глобал и под любого героя убийства совершить. Это реально рабочая, ну, схема. К тому же Сайленсер развязывает тебе руки под... Дальше, угу, по драфту. Да. То есть ты можешь и Энигму какую-то добрать, и, или, ну, спектру, ну, то есть много героев достаточно. Любая инициация. Допустим, даже Шторм Найкс под глобалом. Или Бэтрайдер какой-то. В общем, много опций. Ну смотри, учитывая, что забанен у нас Ио, забанен Котл, я не думаю, что будут убирать Бристлбека на сей раз PSG. Мы помним, да, этот драфт. Бристлбек, ну, если возвращаться к той игре, там Бристлбек исключительно как фронтлейнер под мипаря. Там нужен был герой, который будет идти вперед. То есть там, ну и плюс под котла. Сам по себе Бристл не самый сильный чар. Угу. Убирает Undying. Вот интересно, кстати, если убирает Undying, может еще и Трента подбанят какого-то. Тоже такой неприятный даблейнер в сложную. Учитывая, что онлайн они видеть не хотят, то могут и Трента испугаться. Диджей играл на Тренте уже на этом турнире. Это, наверное, не самый такой крутой плеймейкер для него, но тем не менее. Тоже неприятный персонаж по игре может быть. На линии Сайленсеру с ним трудно. Я бы не сказал, что комфортно Сайленсеру стоять. То есть, конечно, все зависит от того, как сентри будут поставлены, как кто там разменяется, сумеет ли законтрить Сайленсер вражеский сентри. Банят ДК, Fnatic. Ну, просто убирает популярных и неприятных героев против PSG. Ну, героев, на которых потенциально может не хватить урона. Как мы знаем, Вивер, это, да, он вносит урон, но ему больше нравится играть против героев, у которых там немного армора. Это тоже Тини, Сайленсер, опять же, АДК. Должно случиться что-то, опять же. Визаж мы сегодня упоминали тоже. Частенько он так всплывал в тактиках, Fnatic. Да и против Fnatic, если мы посмотрим, вообще в каждой игре банят Визажа. Но они показали его. Они показали его на старте группы, и получайте. Этот визаж открылся довольно рано на турнире. Стали побаиваться.
Ну, давай дождемся, наверное, бана уже со стороны Fnatic и будем дальше рассуждать по пику, отталкиваясь, наверное, от того, что мы увидим от Fnatic на третий. То есть вариантов, конечно, масса остается. Я сейчас хочу поднять вот, что они еще брали в такой связке с Вивером, когда им давали. ВР-ка появлялась частенько, тут она как раз не в бане, поэтому вариант присутствует такой. Эрспиритом они играли, но я сомневаюсь, что будут его сразу здесь показывать. Здесь Эрспирит не будет, да, не так ни хорош. К чему. Дарквиллу, опять же, остается для Fnatic. Тоже как саппорт четвертой позиции, достаточно универсальный герой. И, в принципе, почти в любую тактику ее можно вписать при желании. Не знаю, пожалуй, стандартный для диджея вот то, что играли, то, что показывали. Ну, шейкер, я не знаю, насколько он актуален в данной ситуации. Тоже диджей хорош на шейкере. Ну, вот я бы говорил ВР-ка, я бы говорил Dark Willow и приписывал бы, наверное, к этой всей истории еще и шейкера. Но не уверен, что шейкер целесообразно его брать просто вот так в тине и сайленсера. Почему? Его же и на ФП берут. Берут. Шейкер хорош. Dark Willow меньше нравится. Ну, почему-то даже ВР-ка больше нравится, не знаю, как-то, мне кажется, покомфортнее, мне кажется, не будет и по игре. ВР-ка в предыдущей игре исключительно под, ну, под дровкой. То есть, нет, если нет дровки в игре, уже не так сильно хочется эту ВР-ку. Угу. Может быть. Ну, и к тому же... А, Трента еще упоминал, да? Трент вот тоже вариант интересный, может быть. Трент хороший под какую-то идею. Да. Под какую-то идею. Под идею, например, сильно линии внизу и по макроигре тоже. Ну, это не совсем идея. Я имею в виду связка героев, допустим, Трент Феникс. Вот тебе идея. Трент. Что там еще? Ну, короче, есть определенные связки. Есть ЦМ-ка вообще. ЦМ-ка вообще. Вот так вот. Интересно. Забавно то, что увидели ФП Тини и сразу набирают героев, которые... Ну, Вивер хорош против Тини по игре. Но единственное, что все эти три героя умирают от прокаста. То есть Тини, если возьмет немного фарма, небольшой разгон, то он будет по игре очень запросто пиковать вот этих персонажей. Тем более глобал есть. Можно подумать над шейкером для FY теперь. Почему бы и нет. Тоже вариант. Ну, правда, такая связка сложная, если там Тини будет. Может быть, Тини-шейкер не лучшая идея. Но так, как роумер, как герой, который перемещается, я думаю, что FY найдет себе место по игре. Идти не подстраховать тоже может. Смотрится пока эти герои очень сладко. Под контроль, под какой-то урон. Довольно быстрый. Кстати, посмотреть, что там PSG предлагали еще интересного нам на четвертую позицию. Тоже, кстати, играли они с Dark Willow. Играли с Пуджом. Вот Пудж как тебе в таком драфте? Удар? Угу. Неплохо, тоже будет убивать героев, но смотрится немножко слабо под Тини и под Сайленсера. То есть нет идеи какой-то. Вот если, например, вместо ЦМ-ки был бы пуш, было бы круто. То есть понятно, Винга дает стан, даешь хук, убил героя. А здесь даже не под что хук кидать. Угу. Только раз рассчитывать на свою скиллуху. Стан Тини разве что, на сложный. Ну это такое себе, да, я согласен. Средний шейкер все-таки, да. Ну, среди героев FY первого называли именно шейкера. На нынешнем турнире все-таки шейкер актуален, и FY играет на шейкере весьма неплохо. Ждем появления героя от Fnatic. Нужен герой под даблу с CM-кой. По идее, какой-то фронтлейнер требуется команде. Юниверс. Каких фронтлейнеров любит он? Все еще остался в Race King. Единственное, что по игре может быть тяжело против сайленсера, который потенциально под каждое убийство будет забирать интеллект. Спектра. Кстати, забавно работает механика, что если где-то не вовремя нажать... Ну, то есть спектра жмет ульт, в этот момент может быть глобал, и тогда спектра не сможет прилететь. Вот, Рэбвейд. Внезапно. Не самый популярный герой в этой мете. Против спектры герой весьма неплох, смотрится действительно круто. Вот вчера, по-моему, вы комментировали игру. Не, у нас не было терабайтов. Какую-то я игру смотрел вчера, ТВ против спектры, и там просто жизни он ей не давал, рефлекшн очень хорошо выглядит. Ну, он по темпу хорош. Ему нужны какие-то базовые артефакты, уровень там 7, он может просто нажать форму и идти тупожить товара. А спектре, наоборот, не нравится то, что ей идут и ломают товара, и она никак не может с этим ничего поделать. Плюс ко всему, нужно понимать, что Вивер тут уже оффлейновый, по идее. Если ничего такого эдакого не случится, у ТБ 10 брони со старта, приходишь на линию, против Вивера это ощутимый плюс.
То есть вообще в целом физдрафт у Fnatic пока. Маджикова довольно мало. Одна Цемка, ну и Станвинги. Кого в миде стоит бояться в таком случае? У нас закрывающие, получается, будут Fnatic? Да. Что-то против того, что сами планируют брать, наверное, стоит пикать. Ну, они вряд ли будут что-то, они вряд ли планируют что-то пикать, потому что они будут закрывать. То есть они будут отталкиваться от пика OGD. Бутрайдера вообще убирают. Ждут Тини в центре, что ли? Кстати, Бутрайдер здесь плох. Винга свапает, Вивер убил, ну, топ один герой против Бутрайдера. Интересно. А может, не хотели... Еще есть Лина в пуле. Возможно, мы увидим Лину в этой игре. Лина Шейкер выглядит сильно. Лина Шейкер Тини для OGD. Плюс герой, который полууниверсальный, и его, ну, будут закрывать. Окей. Ну и плюс Мэйби Лина. Лина здесь хороша. Ну и опять же взрывает всех героев. Вот. Что еще осталось у нас? Кво похуже немного. Может, шторм какой-то для LGD? Может. Герой для Maybe. Maybe у нас на шторме частенько отыгрывает. Как тебе еще вариант с Эмбером? Пугна. Пугна. О, как. Пугна прикольная здесь. Под Шейкера. Ну, то есть, а понятно, что они будут делать. В центр в таком формате? Нет, зачем? Зачем? Пугна себя комфортно чувствует. Тем более, Пугне нужен опыт. Поэтому в миде есть комфортнее всего. Да. Отталкиваясь от противостояния, может быть, в миде, что там Fnatic предложит. Ну и плюс Тини создает немножко больше прежде, нежели Пугна на сайд-линии. Сейчас Fnatic нужно закрывать чем-то. Осталось 5 секунд. Времени мало. Минуты. Тимбер. Ну, неоднозначно. Да, против Тимбера. Против Тимбера, окей, есть сайленсер, есть прокаст Тини против Тимбера и есть Пугна. Тарабейт не убивает Тимбера, окей. Ну и Шейкер. Ну, мне кажется, Тимбер не самый лучший пик здесь. А, у нас, смотри, у нас, кстати... Да, у нас Тини в центр пойдет. Да. Ну, посмотрим. Вообще Тимбер такой персонаж, если он засноуболится вначале, то потом тяжело. То есть, ну, и, грубо говоря, он купит себе там худ Бладстоун или просто худ там на 7-й минуте или на 5-й, то тогда ему эти герои ничего не делают. Но если же нет, если же что-то пойдет не так, а чаще всего так и происходит, где ты один раз там наглеешь, тебя убивают, и все, у тебя сбавляется темп, и герой выпадает. То есть, опять же, все зависит от нетворсов. Если у него будут такие же нетворсы, как у того же, у Пугны или там, у Тини, то герой будет не так силен. Ну, интересный драфт. На самом деле, вот это второй такой раз, когда мы смотрим на команду из Юго-Восточной Азии, которая берет у нас пик Тимбер. Помнишь, Армел уже играл, а вчера я не с тобой комментировал. Да, мы выиграли УВП, который играл. Да. Мы с Димой комментировали, но ты смотрел тоже. Ну, там, знаешь, там немножко другое было. Там была война против ДК. Против ДК, плюс по игре. Кор был, кто УВП был кор? Герокоптер. Висп Герокоптер? Да. И в харде? ДК, Герокоптер, Тини. Боже, какая память. Жесть. Откуда я это помню? Как я это не забыл? Зачем я это не забыл, главное? Вот этот вопрос нужно себе задавать. Чтобы сейчас это вспомнить? Да, да. Но вообще просто матч и тьма. У меня, если даже где-то ошибаешься, мне кажется, что пальцем в небо ткнуть можно, куда ты попадешь точно. В один из матчей точно попадешь. Потому что у нас все уже, что... Кстати, по-моему, героев 10 осталось не пикнутых на этом интернешнале. Надо будет потом посмотреть, почекать. Так что у нас все шансы есть рекорды побить. Все возможные. Сларка не брали, ЦК не брали. Ну, естественно, Течес. Дарксира, по-моему, еще ни разу не брали. Слардар. Слардар, по-моему, какой-то один уже был. Я не уверен. Короче, героев 10, наверное, осталось. Я думаю, что мы приближаемся потихоньку к невероятной какой-то отметке просто. Давай смотреть по линиям. Винга и Вивер отправляются в сложную. Ему противостоять Террорблейд и Сайленсер. Тут без неожиданностей. Тини ставит себе вард по центральную линию. Кстати, такой интересный. Больше под руну, наверное, варды, под выходы какие-то все возможные. И подтягивается к команде вниз. Пугна и Шейкер против Спектры и ЦМки. Вот интересно, насколько будет Спектре мешать этот Пугневич. Вот в чем вопрос.
По идее, там где-то под Decreepify ты сможешь попробовать даггером добить. Но это, конечно, затратно, но тем не менее. Контролит ситуацию полностью шейкер. Правда, стоит на варде, сам того не подозревая. Попробует ли размять FY? Ну, кстати, грамотно сделали. Не показали вард, то есть подошел Envy. То есть он увидел героя, чтобы не атаковала CM-ка под вард стоящий. На топе разменивается. Ой, как... Нас по две руны команды заберут. Да, фнатики вверху отжимают. Невыгодно разменялись, на самом деле, Resident. Ну, немало регена взял с собой Вивер, так что не критично, я думаю. Да, но он потратит сейчас 3 танка, чтобы быть флоум. Угу. Там прикол в том, что, круто Икснова кинул в тайминг первый скилл. В итоге Вивер заюзал Шикучи, и у него полностью тикал всю длительность. 11 секунд тикал. А, то есть он получил пенальти, да? Да, да, да. Окей. Да, это неприятный нюанс. Сейчас по двоим, кстати, забрасывает тоже Arcane Curse. Да, ну и просто Red League это платформой. Динает всех крипов. Кстати, сейчас. Хорошо, стартует Абит в центре. Да, уже 3 крипов убил. Кстати, будет ли глиф нажимать? Вот что интересно, под рейнджевого. Нет, не будет, просто задинает. Браво. Зачем нажимать глиф, если можно задинать крипа? Действительно просто. Что по поводу... Там уже спектра юзает фласку. Да, заметь, шейкер заблочил, подошел с собой. Мало агрит крипов, чтобы тут отводы не делала CM-ка. Возвращаемся к заюзанной фласке спектры, да? Вот тут внизу. Рейндж крип, но добивает по лейда, использовал кристалл нову. Фиссура от шейкера. Вай пошел бороться за крипа, но не сумел здесь переиграть. Ну, топе хорошо сделали. Фнатик отпулили крипов. Не юзает фласку Ами, поэтому ему сейчас тяжело. Ну, то есть он, по сути, теряет вот крипвейв один. Не получит экспы, не получит голды. В это время вот Юниверс танцует с крипами, ждет следующий свой вейв. Хорошо сделать вот диджей на самом-то деле. Вот здесь крипов отвел. Да, да. Они вот таким образом выиграли линию себе сейчас. Так, как дела обстоят в центре? Ну, равным образом идут у нас Тини и Тимбер, но Тимбер оказывает больше давления на Мэйби. Салва есть. Кстати, руна Регена вверху. Очень полезная будет как для одного, так и для другого. Знает Мэйби, что руна как раз вверху появилась, но, по-моему, Абит будет ловчее. С другой стороны, сразу можно этот Реген сбить будет, так что не проблема. Да, сбивает его сразу же. Тем временем у нас первая кровь внизу. А шейкер где-то умер. Он глубоко оказался. Вот посмотри, где он. Да, где-то подставился. Его, наверное, тавр бил. Спектра нанесла 400 урона почти по шейкеру. Это много. Реально долго они воевали там, видимо. Ну да, учитывая то, что это спектра, у которой 49 урона с руки. В центре. Заходит Тимбер под глиф на Тине. Планирует его еще больше подразмять. Выпивает Сау Тини. Еще одно убийство. Это Чалис. Внизу драка продолжается. Так, побитка быть еще и... Задавили под Сенкой. Под глиф. По-моему. Нет, был глиф у Рейдин. Глиф у Рейдин был, да. Миди, если ты посмотришь, раскачка у Тимбера чисто на лейнинг. Потому что по игре ему будет тяжело перемещаться. То есть он не уйдет отсюда. Да, будет стоять и долбить эту линию. Да, не уйдет отсюда где-то до 8-9 уровня. Вверху оглушает террорблейда, пытается его забрать. Кстати, немало урона наносит по ТБ. Идут за Амы дальше. Юниверс должен добивать Амы в этой ситуации. Правда, сам урона немало получил. Пытается раскатить Юниверса. Амы скрывается, запускает сворм, но диджей добивает оппонента, его в террор использовав. И Икс снова тоже погибнет, на нем сворм работал. Мало здоровья остается у Юниверса, тем не менее заканчивается действие Arcane Curse, у него есть салва. Отлично сыграно. И вновь у нас передряга. На этот раз Абит забирает в центре Maybe. Внизу также драка идет. У нас на всех линиях дерутся. Поэтому за всем уследить тяжело, трудно. Да. Это все, кстати, там шейкер дерется со спектрой. В общем, это все результат того, что вот этого пула. Вивер у нас уже 4-й, а Террабой только-только апнул 3-й. И они вновь пулят, обрати внимание. То есть только линия подошла там к вражеской вышке, сразу пул делается. В итоге у нас Террабой не дофармливает. Слушай, Абита еще и ДД в центре. Ух, как он тут начинает переигрывать. Но по фарму это неощутимо. То есть Тини добивает крипов комфортно. Статом, но нужно смотреть на Нетворс всегда. Не, он, конечно, убил, сейчас должен вырваться, да, на 400-ки, но... В целом, по фарму Тини все-таки держится. Старается не проседать. FY. У него
буквально 270 золота остается до Arcane Boots. Кристалл Мейден. Конечно, этот килл на шейкере немного подруинил. В том плане, что они, ну, в то время, как шейкер умирает, во-первых, он дает много противников, во-вторых, он, ну, не добирает тиммейт. Допустим. Слушай, три руны достанется точно Fnatic, они прогоняют двух персонажей отсюда, идут дальше. Может, и четыре удастся получить, да? Они четыре баунти заберут на пятой минуте. Тут две контролят, и здесь две контролят, еще и Чалис добивает. Пайлайдай, использовав нюк свой. Красиво, очень красиво получилось. Fnatic классно разыгрывает стартовый минут. Да, пока они катают. В центре тем временем также размял Тини Абит. Хотел подойти и оглушить диджей, но Тини отступил. И видим сразу, что благодаря этим действиям преимущество уже 2000 составляет у Fnatic. Это немало для пятой минуты. Да, хотя казалось бы... Мидия, ну, мидия, ладно, война, он на самом деле равный до определенного момента. Снизу у нас спектра ЦМ-ка, не св... ну, против шейкера пугны вообще, по идее, не должны ничего делать. А на топе у нас Вивер и Винга против Тераблейда, который должен фрифармить на этой линии, потому что, ну, его не пробивают. А так у нас 5-1 по счету. Тераблейда есть смерть. Снизу тоже ребята уже умерли. Кстати, пугну тоже... А, нет, выжили здесь. Шейкер отходил. Он сейчас неприятно. Кстати, спектр могут, будет может Фиссура, умереть. Будет еще один бласт, по идее, от Чалиса. Не хватает урона, да и успевает выбежать сюда спектра. На топе. На топе идет дайв со стороны Абида. Вот мы говорили, скорее всего, он не будет перетягиваться, но выпала руна ускорения. И почему бы не перетянуться, собственно? Под руной ускорения тебе не нужно иметь тимберчейн. Да. И Абид делает смотри, дабл-килл. У него, кстати, скилл-билд. Впервые вижу такой. Впервые такой вижу. Будет душить Абит по максимуму. Хотя первый скилл не особо-то и апается. По 50 урона, и то, и это если стоять возле дерева. Ну ладно, интересный выбор. Глядим на реализацию. Пока что даблкил благодаря руне ускорения. Maybe получает немного пространства в центре. Поставили ему вард, кстати. И это видели, по-моему. Тераблейд пошел я скачать. Ну, благо Тераблейд себе это может позволить. Герой быстро фармит лес, там даже на четвертом уровне это вообще не проблема для него. Да, только придется качать сейчас иллюзии, чтобы немножко ускорить свой фарм. Вот он качает на пятом 2 иллюзии. Шейкер тоже, ой, шейкер, Тини ротацию вниз. Сделал, будет пытаться убить. Сразу замедляет этот подход Crystal Maiden, не подпускает к своему кэрри героя. Продолжает фармить лес Амо, вверху остается Сайленсер, ему главное не совать свой нос на эту линию, не подставляться. Ну, просто его, правда, собирает. И здесь загонят, его, правда, и здесь загонят, как только он покажется. Смотри, снизу давят. Убийство. Агрессивно играет против ЦМ-ки. Да, ЦМ-ку убьют, но это минус время для Тини. Энви жив, Энви в порядке. Пожалуй, это главное, это ключевое. Стоит, кстати, обсервер здесь интересный под ТБ. Можно попробовать его загангать. Знает прекрасное местоположение. Но нет, решили убить Сайленсера. Ну, это шара. Юниверс убийство получает. И в центре вышку забирает Абит. Просто стоял, убил вышку, никто ему не мешал. И восьмая минута, он приносит себе худ. На OGD пока все плохо. Везде. Это стиль Fnatic, Илья. Все нормально. Первую отдаем, вторую забираем. Интересно, а что будет в Best of 3? Ну так пока нет Best of 3, мы никогда не узнаем. Вот будет у нас плей-офф, там и посмотрим. Crystal Maiden. Если они попадут в верхнюю сетку, чтобы играть Best of 3, а не BO1 в нижней, тогда будет очень плохо. Я думаю, если все игры в ничью сыграй, как это делают пока Fnatic, то ну, хорошие шансы. Да, неплохие. Учитывая, что у нас все всех обыгрывают, вообще у нас действительно на моей памяти самая такая равная групповая стадия. Сэмку убивает, но Энви живет. Телепорт у него есть. Кстати, можно, наверное... Да? У Энви интересные скил... шмотки в фастбае стоят. Прям вот он верит в себя. Да. Верит в себя. Главное верить. Кто-то говорил так. Все так говорили. Когда-то. ПТ и сразу Радик. Больше ему ничего не надо. Ни БМ, ни Вангвард, ни Худ. Зачем? Ванг... Вообще ему Радик. Должны пространство давать. Я так подумал. Это... чудо, но я Тимбер, подумал. Да. Тимбер и Вивер должны как-то на пару стараться давать пространство. Спектре и Энви ничего не остается, смотри, только как фармить. Заходит Абит. Оу. Просто срезает Эфвая.
И прыгает на ультимейте Спектра за сайленсером. Вот, слишком. Возвращается обратно вниз. Вот так вот Envy. Максимум efficiency, как говорят наши коллеги, мы же называем это эффективностью, естественно, обычно. Прилетел наверх, пытался атаковать сайленсера, не пошло, вернулся обратно и фармит крипов. Не пропускает. Правда, еще вот этот удар от вышки залетел от тир 2. Неприятно. Оглушают пугну, стоит вард, поэтому Тимберу нужно быть осторожнее в своих действиях. У него худ есть, это немного помогает, если стиков еще имеется. Юнивер забирает их снова тем временем, переключается на пугну обратно. Чалис пытается спастись, декрипифая нет, еще 5 секунд, залетает диск. Но и пугна не жилец. Тем временем погоня от Crystal Maiden за шейкером. Но спадает сворм, и шейкер в полном порядке. Руна ускорения вверху, Абит тут как тут ее контролит. Тини с даггером набрасывается, но под ускорением. Сейчас проблема у Мэйби быть. Не хватило ему урона. Сейчас буквально первый скилл откатится. А, передумал почему-то. Ну там 7 стиков, ну, и маны. Бутылочка. И маны нет. Не хватает. Да. Тут все в совокупности. Решил не тратить ресурсы и побежать на хосте сразу на базу. Кстати, вот этот Тимбер сейчас супер себя фривольно чувствует из-за того, что у противника не так много контроля на этой стадии. То есть да, есть шейкер, но шейкер в ОУ-5, у него фиссура есть только. А впритык подойти, ну, то есть не страшно. И Тини тоже стан, который кулдаун 17 секунд. Все, Тимбер может делать что угодно. Получается неплохая игра пока для Тимбера. Ну, как пока ты да. Предполагал, да. Быстро он получил худ. Худ, да, сразу первым артефактом купил себе худ, и вообще ему ничего не страшно. Потому что, по сути, его могут убить только мэджиком. Атаку его и мэджиком не убить, и физы нету, но недостаточно. Идут в смоке на Тарабейда. Тарабейд здесь должен погибать. Смотри. Снизу. Абит выскакивает. Запускает чакрам. Как-то они не живо видели. Ну ладно. Отпускают быстро. Да, могли его убить. Но пощадили. На топе пугна начинает давить тауэр. Но здесь уже ребята готовы. Я думаю, если следующий такой бласт, Венга слопнет и просто убьет эту пугну. Похоже на план. Сортой спектры. Мэйби контролит верхнюю руну, выпадает руна иллюзий. Но с даггером Тини, может, он попытается сейчас какие-то драки организовывать по LA даги, мне тут амы. Да, он пожадничал. Абит смещается обратно на центральную линию. Как бы там Абит сейчас не отрывался, но в последнее время он не очень фармит. Да, по нетворсу Тини вот такой же у него нетворс. Кстати, Тини уходит в фейзы. То есть неожиданно и внезапно. Так, нападение. Обоюдное оглушение. Пробрасывает Вингу к шейкеру. Красиво сыграно. Шейкер ультит, но безрезультатно на самом деле. Винга пытается уйти, залетает бревно. Винга живет. Много урона входящего Винга пережила. Мэйби гибнет в процессе. Их снова тоже забирают. Хорошая реакция от Фнатик в этой драке. И Винга выжила. Ну, Винга, да. Винга слапнула просто героя. И шейкер дал своего ульт. И да, случилось. Идет Пейлайдай агрессивно на возвышенность к противнику. Его оглушили и убили. Кстати, счет 13-5 и все 5 смертей у Пейлайдая. Просто так, как факт. No flame? Не-не-не, Пейлайдай красавчик. Как бы разводит на скиллы, на ресурсы. Да, все, внимание на себя. Ману дает? Дает, нормально. Бейте меня, я пятерка, мне плевать. Кстати, разведывает. Будет Тимбер брать еще и Бладстоун себе, да. И похоже, что вверху у нас очередная драка намечается. С даггером Тини планирует атаковать. Да, наверное, сейчас будет пытаться взрывать кого-то. Смотри, Тини прыгнул. На двоих, но дает оглушение по спектре. Свап от диджея и ТП. Хорошо. Да, диджей пока божит. Круто все делает. Возьмет сток урону Абит или нет? Он уже... Не, он 12-й. Конечно, ну... Я чаще вижу, как стаки берут. Должен брать всего урон. Худ появляется и у спектры. Ладно, сменил свои планы Envy, похоже. Ну как Envy без худа может играть? Это вообще неправильно. Ну опять же, его могут убить ровно так же, как и Тимбера, только мэджиком. Как сейчас перед глазами прошлый инт и Envy, который на любых героях собирает худ просто до всех. Первым статом. Вообще плевать, какие герои. У тебя просто всегда худ. Мета-чейнджер. Чем чаще это выглядело даже очень позитивненько и очень правильно. Ну, я помню только на своей памяти только один абсурдный худ.
Это когда, по-моему, финал дровке? Киевского мажора Анна купил на ДК против пяти физеров. А он так, кстати, тоже постоянно делал. Вот это такой у него был скрипт. Он на ДК всегда покупал себе. Да, ну, только щекода 5 физеров. Ну да. Что мы имеем? Мы имеем то, что у нас пытается верхнюю линию продавить LGD, ее защищает успешно пока что Fnatic, и тем временем Abed орудует внизу. Много фармит Abed, вернулся он наконец-то к своему стабильному положению. Пайлайт Дайна, Сэмки, динает вышку. И баунти забирают также. 3 баунти для Fnatic. Хорошо контролируют карту сейчас сторона Radiant. Четко все делают. Давай взглянем также на вардинг. По центрам стоит 2 варда у Fnatic, примерно одинаковые. Один стоит также в дополнительном лесу противника. И один стоит нападает на верхней линии. Нападают на спектру. Глобал был использован. И Envy отправляется в таверну. Но много потратили LGD ради этого убийства. И ульт Шейкера, и ульт Сайленсера. Но, наверное, оно того стоило. Приостановить фарм спектры. Все равно Шейкеру не скоро удастся нормально дать ульт, поэтому здесь фраг, в принципе, оправдан. У него 1300, кстати, приближается потихоньку к даггеру. В центре нападают на ТБ, можно свапать, наверное. Так и делает диджей, оглушает амы и должны его стереть в мгновение ока. 232 золота приносит он Абеду. На топе пугна. Давит таур, глиф. Прилетел Тимбер. Сейчас надо пытаться убежать, но у Шейкера нет телепорта. Дает фиссур подходящей винге. Прыгает Энви за пугной. Да, там все побежали за пугной этой. Все, минус пугна. Хоть его урон. И их снова не отпустят. Браво! Да, я думал, что сыграли. Максимум на одно убийство могут рассчитывать, но утонул Энви на спектре. И 3 убийства команда получает. Да, на ровном месте причем. Ну там у GD заигрались. Они так долго стояли, били этот тавр. Причем без телепортов. Ну, Шейкер был без телепорта. Сайленсер тоже, кстати, без телепорта. Только пугна могла улететь. Ошибочка. Нельзя так отдавать. Слишком много они фидят спектру. Спектр 600, 1400 золота Envy имеет. Вверх смещается Тинни. Забросил себе Shadow Blade Тинни. Внизу подталкивает линию Terror Blade. В центре, вероятно, состоится встреча Шейкера с Тимбером, но Тимбер не стал атаковать. Тимбер дожидается Бладстоуна, я думаю, под это дело какую-то атаку и организует. Ну, наверное, под Хаунд скорее, спектры. Пока Хаунда не будет, не думаю, что сильно настроены Fnatic воевать. Юниверса мы давно с тобой не упоминали. У него Драгонлэнс и Огракс, он 1000 золота сверху имеет. Ну, показатели, конечно, шикарные. 7500 общая ценность, если что, у Вивера. У него БКБ в скором времени появится. ТБ на 1000 золота уступает. На Шейкеру буквально 400 монет осталось у даггера. Нужно где-то нафармить. Нажали смоук в миде. Хотят, наверное, пойти найти спектру убить. Все, тройка героев Fnatic впереди по общей ценности. Только что спектра вырывается на третье место. Бластон появился у Тимбера. Да, прям все бегут на эту спектру. Так резво. Сэмка ревилит. Сэмка идет вперед, отдаваться, как всегда, по Элайдай. Разведка плюс отдача, а Энви живет. Оно того стоит, нажали скан, нашли Сэмку. Все так и есть. Сэмка гибнет, а Энви живет. Да, он телепорт куда, но я думаю, он сейчас полетит. По идее, должен лететь на верхний шайн и фармить там лесочек. Это и есть команда. Вспоминайте свои пабы, такого вы там не увидите. Вот это команда. Когда пятая позиция идет вперед на разведку, под вышку, дабы прочитать любой смоук. Левее дается в этот момент скан. То есть две точки контролируются полностью. В этот момент, конечно, спектра уже не подставится. Она просто отступает, и все нормально у нее. Первая позиция живет, а пятерочка погибает. 6 смертей из 7 у Пайлайдая. И это неплохо, это хорошо как раз тот случай. Две стоп у Шейкера. Даггер близок, Илья. Даггер близок. Все-таки с даггером можно ход событий изменить. Правда, есть одно но. Это ультимейт спектры. Не всегда получится на Шейке этот даггер использовать в драке. То есть, наверное, лучше самим нападать, да, до действий Fnatic. Чтобы Шейкер мог ворваться с блинком, а потом уже, в общем-то, и спектра прыгала. Потому что если будет наоборот, если будет атаковать Fnatic, то Шейкер едва ли ультимейт нажмет комфортно со своим блинком.
У Пугны, посмотри, какой билд интересный. Spirit Vessel для Чалиса. Против Тимбера. Ну, наверное, с той логикой, что больше... Ну, тени не будут собирать Spirit Vessel по понятным причинам. Ровно так же, как и Terrorblade. А Шейкеру нужен Дайгер. Сайленсер пятерка. Поэтому единственный герой, который мог бы купить, этот артефакт, который здесь очень нужен, это Пугна. Поэтому... Поэтому Абит собирает себе Лотус. Будет спасаться от всех этих вещей неприятных. Прыгает Maybe. Пытается убить Сэмку. До сих пор живет Пайлайдай, но Фиссура его прибила. Контролирует эту баунти руну. Ребята из LGD. Внизу, кстати, руна ускорения. Энви может ее сейчас подметить. Энви видят на варде. Энви шел забирать баунти, но здесь баунти уже забрали. Ой, тут Энви может подстрелять немного. Энви сразу моментально улетает. И улетает. Ой, он там как нашли, раз не нашли. В лучшее место. Есть да, его встречает Шейкер, встречает его Пугна и выпивает Чалис оппонента. 400 золота приносит Чалису Энви. А неловко получилось. Потраченный хаунт, отданные руны, баунти, ну, кроме одной, все. Джей одну забрал. Со своей стороны вверху. 17-19 счет, 2000 преимущества у Fnatic, но вот этот момент, он очень неприятно скажется на последующих да, событиях. Нет. Нападают вновь дальше, на Пайлайдая. Дальше сноуболят. Вот сейчас будут товара падать. А Тимбер вот сейчас немного что может сделать. Он может просто, вот как мы видим, вот он качал талант на урон и просто пытаться как-то отпушивать и плюс фармить. Митлит летит еще и вивер. Набрасывает Spirit Vessel на Тимбера. Неприятная ситуация для Абида, но промахивается оглушением Тини. Получает оглушение от Винги и прокатывается Абид, забирая Maybe. Свап по Чалису. Его тоже не должны отпускать. Он пытается скрыться в Decreepify. А еще раз прокатывается на Тимберчейне Абид. Лотар. Лотар у диджея. Вот так вот. Сейчас, ну, это Винга просто выигрывает игру. Своими свапами, своим местоположением. То есть в миде без нее вряд ли убили бы этого Тини. Тини Хас был, Лотар тоже. Смотри, что она делает. Просто сам убивает Шейкера. А диджей, конечно, да, великолепный исполнитель. Здесь. Великолепный исполнитель. Я сколько не наблюдаю за командой Fnatic, а так уж получилось, что на саммите они были одними из главных действующих лиц. Все время стабильно, все время уверенно. Диджей редко подводит команду. И очень часто выигрывает игры команде, что немаловажно. И вообще иметь у себя в команде четверку, которая выигрывает тебе игры, это дорогого стоит. Это не основная позиция, но диджей очень часто таковым является. Вновь выход от диджея. Тут стоит центрячок, его замечают. Оглушение. Ну так, так получается, Илья. А что я могу сделать? Он и правда выход от диджея. Он идет в невидимости в центр. Понимаешь? Он нажимает Shadowblade и забегает в центр. Это выход от диджея. На винге, если что. Просто человек на винге забегает. А там центре стоит против него. Вот так. У Спектр, кстати, Радик близится, уже Сакрат есть по деньгам. Ульт откатился. Да, много шороху наводят Fnatic сейчас на карте. Кстати, чтобы там не было, отрыв только ну, одну, в одну тысячу. Трабоид все-таки нафармил. БКБ у него уже есть. Тини видит в очередной раз Пайлайдая. Да, это девятая смерть. Слушай, сейчас компендиум предикшены под угрозой многие. Кто там сколько ставил смертей максимум. Давайте смотреть итоги этой игры. Если Пайлайдая не остановить, то он может много набрать здесь. Забирают тир 2 вышку внизу LGD. И да, и дальше пойдут, у них есть форма. Тимбер готов у Спектры. Тимбер пока не в позиции, чтобы дефить. Здесь Пугна Бласта есть. Тени с деревом. Да, нажимают, нажимают глиф. Приходит Абит, выбрасывает чакрам. Maybe пока что не инициирует. Он может прыгнуть, попробовать и кого-то к своей команде притащить тосом. А, пока этого, в принципе, достаточно, то, что не делает. Так, слаб. БКБ инстант. А мы с БКБ внезапно начинает бить Вивера. На развороте нужно сворм разбить, а мы так и делает. Возможно, нужно, ульт, нужно ульт, нажимать есть. Сандер. Сандер по Абиду. Хорош, а мы. Забрали тир 3 вышку и отступили. Сильно получилось в исполнении пассажира LGD. И разлетаются. Что потратили-то, по сути? Blacking Bar Charge и... Да, Sissy Tower сейчас могут ломать все шайны. Спектра пытается нафармить свой радик. Осталось 200 монет буквально. С радиком будет игра немножко другой. Потому что 100% будет сбивать Дайгер. Кстати, Шейкер собирает Аганим. Много обсуждали с Ромой.
Аганим. Но вот в этой игре, я думаю, нормально. Здесь как бы форстаф он не горит, не нужен. А Аганим здесь будет хорош. И Смока кидал новую Цемка. Цемка, поэтому знает примерно. Это единственный, наверное, нюанс со спектрой, который сейчас Радик получит, то что этот Радик еще и в плюс ПСЖ будет. И когда спектра будет напрыгивать, то моментально ТБ будет нажимать рефлекшн в ответ. И спектра еще и по своим союзникам будет неплохо пробивать благодаря этой копии. Неприятный нюанс. Нужно, возможно, какой-то артефакт покупать, чтобы диспелить это дело. И я смотрю, что да, он забрасывает Монтастайл, что весьма логично. Джеки Мау все понимает. Да, но и с иллюзией тоже это... Да. Да, да. Поэтому не поможет. Не, ну можно, в принципе, совсем наркоманить, выключать Радик. Ну, зная Envy, это, в общем-то, и не назовешь наркоманией. Да, посмотрим, как будет действовать. Снизу нападает диджей. Пошел ульт. Чалис пытается спастись. Начинает ультить. Ну, как-то он здесь совсем нагло сыграл. А, без вариантов для него. Нет, да. Много внимания отвлек на себя. Тем временем Ами в центре фармит. У него есть деньги, кстати, на Монтастайл. 15 тимре заберет дополнительно винга. Плотнее становится диджей. Ну, номинально там, конечно, не 15 получается. Где-то, наверное, 12 или даже 11. Значит, твой МРС родной. Не аддиктивно они стакаются. Ну, 2700 золота остается шейкеру до Аганима. Немного подфармливает FY. Хотят наступать в Фнатик. По нижней линии. Кого-то ожидают там увидеть. Мэйби развлекается. Забрасывает своего союзника на крипа по дороге. Да почему бы и нет? Скучно ведь игрокам, когда они ничего не делают. А зрителям, конечно, весело. Они прям веселятся. И зря, что ничего не делают. Да, действительно. Может, какой-то смоук есть смысл прожать? В принципе, Монтастайл, БКБ, Утерарблейда, Сильвер Эйдж для Тини. Тимбер с таким темпом фарма, наверное, чем дальше, тем становится менее силен. Хотя вот мы видим, он выходит в Аганим. Сейчас апнет 20-й. Вообще, Илья, сейчас главное обиду, когда в драку идешь, настакать. Потому что попадешь под Сильвер Эйдж и погибнешь, если не настакаешь заранее. Но он стакает. Он стакает. Так даже если ты настакаешь, ты ловишь удар Сильвер Эджи, пассивка твоя не работает. Нет, она твои стаки остаются. Армор остается, который ты заработал. Разве? Да, да, да. Окей. Механика такая. То есть, если ты нажимаешь Сильвер, то дополнительные стаки ты не получишь. Я понял. На героя. Но настаканное уже это хорошо, это работает. На мейби идут. Прут на мейби. Линкаут. Видит, видит. Должны что-то делать. Стоит центряк, диджей. Писуру. Так, бежать, писура! Отрезает диджея, он не жилец в этом моменте. Можно попробовать свапнуться, но стоит ли? Нет. Конечно, нет. Пэйлэйдай толкает нижнюю линию. Ну и заходит на Рошан. Без этой винги, конечно, контеститься здесь крайне будет тяжело. Ну и плюс герои не готовы. Дальше забрасывается Викерас в тени. Центральную линию подтолкнул Юниверс. Ну, вообще понимает, что происходит в Фнатик, естественно. До хаунта 1 секунда. Блэкинг бар Envy забрасывает. Вот так вот даже. Это не манта может быть, а Блэкинг бар. Это тоже может сработать. Это тоже может сработать. Там много магического урона, контроля. Тот же рефлекшн имеет место быть. Но посмотри, что придумал Амы. Вот так вот. Кристаллис и выходит в Дедалус. Это билд какой-то супер ультимативный на быстрый урон на окончании игры, что ли, даже. БКБ, Монтастайл и Дедалус. Да, необычно. Обычно ну, собирает скади какой-то, много дает и саму Терабойду, и иллюзиям. И бабочка, даже часто Блатторн. Видишь, если... Да, вот Блатторн, я хотел сказать. Даже часто видишь, когда криты, все равно Блатторн берут. А тут прям сразу Дедалус и вперед заканчивается. Ну, Блатторн здесь, наверное, не так эффективно, потому что уже есть Лотус. А что у Шейкера? Ну, 800, так пока нечему у нас порадовать. Хорошие, кстати, слоты у Чалиса. У него и Вейл, и Линза уже имеется, помимо Весела. Дальше догон. Ну вот видишь, я
часто вижу такие игры с Тимбером. Он вроде как хорошо стартует, вроде все замечательно, но вот все-таки герой он не самодостаточный получается. Ему какая-то поддержка нужна постоянно. С ним нужно как-то работать сообща, командно. Но у них такой герой и Вивер получился, и Тимбер. Они вроде сплитят, но конкретно драку организовать по сплиту тяжело. Да и Спектра тоже не самый помощник. Вот. Но Спектра-то что, ее там оставил, она себе фарминг хаунд нажала, потому что ты вместе со Спектрой вряд ли кого-то убьешь. Угу. То есть... Дела. Ну, благо, хорошо, хотя бы сплитить могут эти герои нормально. То есть отпушивать линии, что Тимбер, что Вивер более-менее безопасно еще могут. Да, ну. И плюс со временем у Тимбера, возможно, появится там 5-6 слотов. Тогда этот Тимбер, ну, он становится более самостоятельным. Получается какой-то хекс, огоним, много чаржей Бладстоуна, он может и сам что-то сделать без какой-либо помощи. Но сейчас, на данном этапе, ну, герой непонятно, что делает. Типа дает скиллы, но... Может как-то нечаянно так заехать, что его могут истереть. За глобу, за прокат шейкера. Все верно. Даже этот Террорблейд, у которого уже есть Кристаллис, и, я так понял, уже летит Дейдаус. Так, дали скан, знаешь, что кто-то контролит руну, баунти забирает Вивер, баунти забирает также и ЦМ-ка. Вивер остановил Fly, но Вивер спасается. Две баунти, правда, заберет Мэйби для своей команды внизу, так что ситуация на 30-й по рунам равная. И Дедалус уже в руках Террорблейда. Ну, урон, конечно, будет сумасшедший сейчас от ТБ исходить. На топе ЦМ-ку опять повайдай. Десятая смерть для него. Надо будет смотреть потом по компендиуму, что там происходит. И вообще по смертям. Я думаю, что больше уже было на этом турнире, чем 10. Хотя, кто его знает. 30 смс дополнительно получает на 15 уровне шейкер, не берет броню. Ну, в принципе, позиционка в данном случае, наверное, более важный аспект для FY. Можно его понять. У него 2000 остается до Ганима, помимо всего прочего. А мы забираем тир-2-вышку в центре, и никто вообще не пытается ему мешать. Наверное, и не смогут, если захотят. Иду ну, только смотри, Тини может, хочет очень убить этого Вивера, но не получилось. Так смотри, что в центре происходит. Да, здесь да, да, просто уже ехали. Клиф пока Спектр что тратит долбит. Телепорт. У Спектр, кстати, БКВ появилась. А, отошли. Внизу, кстати, подпушили линию. Странно, вот. Все еще не начали бить шрайны, хотя могли бы уже, а вот только сейчас начинают бить шрайн верхний, а нижний могли раньше. Кстати, смоук от Нати, наверное, захотят сейчас подраться. Единственное, что у них герои такие, ну... Атаковать трудно, но винга, напасть, напасть, да? Станд, свап, что вот, свап, хорошо. Нажимает БКБ-ТБ, винга, все, в таверне. Пытается бить Тимбера, ай-яй-яй-яй, а там не было деревьев, и Тимберчейн в пустоту. Тимбера теряют тоже. Ой, какая неприятность. Ну, Тимбер 20 секунд, у нее и плюс байбек есть. Молоко пошло, да все равно неприятно. Ивенгит, байбек есть. В такой ситуации даже Спектра, ну, то есть не может нажать глобал, у нее есть БКБ. Ой, глобал, ульт. У нее есть БКБ, но в такой ситуации не особо хочется тратить ульт. Ну, БКБ и ульт, чтобы прилететь за место, которое да, ты уже проиграл. Да, большого нет, в принципе. Поэтому сейчас непонятно даже, как выигрывать игру Fnatic. Не хватает дизейблов. У них, ну, на всю команду получается один стан винги только. Как же Мэйби пытается этого Вивера ловить постоянно, прогонять его. Вот, сейчас на этой стадии Шейкер чуть ли не самый идеальный герой в плане дизейблов. То есть, когда у него есть хоть минимальные шмотки, есть даггер, будет сейчас агоним. 1300 золота Шейкеру остается до агонима. Как раз 1600 у Спектры нафармлено уже после Блэкинг Бара. Интересно, дальнейшее решение Envy посмотреть. Maybe с Гиперстоуном. Вот, естественно, в Кирасу. Ну и помимо Гиперстоуна и Плитмейл имеется. Две дорогие составляющие на руках. Террорблейд дальше нацелен на приобретение Скади. Заканчивается Эгида. Амэ фармит вражеский лес. Ну, у нас затишье, у нас затишье. Да, просто дофармить свои шмотки. Мы можем посмотреть сейчас вот только одну ситуацию простую. Вот нажимаем, видимо, со стороны Fnatic и понимаем, что все плохо, ужасно просто для ребят. Они ничего не видят, они играют вслепую буквально. А LGD, конечно, контролирует ход событий. Они тоже не так много видят, но, по крайней мере, они полностью спокойно располагаются на вражеской части карты. То есть у них вардов особо не расставлено, но в то же время они могут свободно передвигаться. Fnatic же свободно выходить из базы не могут. Но только под смоком, попытки кого-то подловить. Но чтобы это реализовать, хотя бы какой-то вижен нужно иметь. А вы ничего не видите. Абсолютно. Да, поэтому, если ты посмотришь, одна ЦМ-ка стоит в деревьях. Все. Все остальные четыре героя на базе.
В ожидании чуда. Ну, в ожидании крипов снизу, окей. И то спектра не отпушивает даггером, чтобы крипы ближе подошли. А брал талант на кулдаун, да? На кулдаун брал талант. Да, да, и здоровье. Окей. Трабейт уже вырывается, отрывается на 6000 от ближайшего своего. У него 5100 на руках. Здравствуйте, это только вот Дедлус он недавно брал. Да, да, Скади, сейчас ратликом, смотри, Скади. Ну все, это Трабейт, который на третьей минуте ушел в лес качаться, в итоге сейчас будет выигрывать в доту. Пошли сайленсер, о, Вивера. Взорвали Вивера. Нормально так, хватило урончика. Да, не потратили вообще ничего. Иллюзии ТБ только сломали шрайн внизу, если что. Венга видит ТБ настоящего. Тут ТБ тоже подтянулся. Так. Жмать ТКБ. Диджей. Не ту пластинку ты выбрал. Он ждет. Ну, если БКБ что, закончится БКБ, может, да, есть оглушение, подходит спектра, набрасывает даггер. Глобал пошел со стороны сайленсера и активировал сразу же Ами Рефлекшн. Разбивает просто Тимбер лицо Аби до мгновения ока. Тимбер не удел, спектра уходит. Тут нечего вообще противопоставить. Да, при этом он даже не пытался нажать Сандер, чтобы потом дать ДПС. Он просто его забил с руки. Ой, ну сейчас база супер быстро упадет, и непонятно, что делать. Вот тогда, смотри, кстати, спектра выключила Радик. Задумано так или это мисклик. Вот сейчас включил, ладно. Так. Два ВВК. Смотрим за спектрой. Исключительно за спектрой Swap смотрим. А мы свапает здоровье со спектра. И как же больно, Энвин вообще не удел. Остается моментально, его разбирают. 4 выкупа со стороны Фнатик. Они попытаются навязать драку. Все уходят, Шейкер готов. Шейкеру даггер сбили. Шейкер пока что не готов. Улетает Тимбер. Сгорит ли он под действием перед Весла? Нет, не сгорает, потому что Лотус Орб восстановился. Можно было сбросить себя. Спокойненько отойти, подождать Террорблейда. 4 выкупа. Террорблейд гибнет, но 4 выкупа — это слишком много для Фнатик на данную минуту. И ладно, был бы Рошан, попытаться его забрать можно было бы. А он появляется, кстати. Но похоже, что заперты немного на базе. Тем более Мэйби идет убивать, забирает Пайлайдая. Быстренько, четенько. Толкает верхнюю линию Тимбер. Да, Рошана они забрать не могут. Во-первых, они это быстро не сделают, не имея 5 персонажей. Конечно, пятером там под свармом можно попробовать. А так-то ПСЖ и без Террорблейда справляются неплохо пока что. 2 героя-то в таверне. Минута до ультимейта спектры. Прут дальше ПСЖ. LGD. 2700 у Envy. Сколько там, кстати, отвесили за Аммы? Абит получил 680. Нормально. Ну, Абида Хекс зреет. Не знаю, на самом деле... Не думаю, что поможет. Да. Он за один дизейбл его Террорблейд стирает. Причем за любой дизейбл. У Шейкера гоним. Дал фиссуру, прыгнул. Ждут ТБ, пойдут на Рошана, я так понимаю. Да. Рошан пойти с формой закончить. Подождать труну на 38-й. Отпушить сейчас линии иллюзиями. Выкуп появится тоже у Амы после небольшой порции фарма. У GD все-таки выждали момент свой. Ну и опять же, Фнатик бездействия. То есть у них довольно быстро появились шмотки на Тимбере, на спектре Радик, и они могли что-то придумать. А сейчас вот смотри, просто спектру фугнал, получается, убило. С догоном. У него второй догон. А, ну и еще. КБ нажимает Вивер, пытается бить Шейкера. У Шейкера есть байбэк ультимейт. Он уходит спектре спокойно, использовав энчант тотем аганимный. Нажимает спектра байбэк, нажимает ультимейт. Чалис погибает. Диджей вслед за ним. Юниверс расстрелян, был Террорблейдом. Мгновение ока. Этернал Энвит под БКБ просто сбегает из драки. Да уж, потратились Фнатик. Последний свой выкуп Фнатик нажимают. Шейкер атаковал спектру без выкупа. Идет свап хитпоинтами с Террорблейдом. И это убийство. Копилку PSG LGD. Нет ни единого выкупа у коллектива Fnatic, и это очень похоже на Good Game. Прут PSG LGD в атаку. Можно, наверное, даже в трон пойти по-хорошему. Разрушены бараки в центре. Не идут на верхнюю линию. Решили трон не бить. Причина неизвестна. Но как бы там ни было, они своего добьются. Еще дополнительный уровень догона. Атакует Террорблейда. Сандер готов. Террорблейд жмет его. Абет хотел попытаться переиграть. Хотел набросить на себя Лотус Орб, но хитрее оказался Террорблейд. Ловчее, хитрее.
и ГГ, пишет Fnatic. Что означает эта победа? Означает то, что LGD сравнивают свои показатели с Fnatic, и даже если не ошибаюсь, немного их теперь...